Добрый день, все творческие люди мира. Меня зовут Галина Лаврова, мне 64 года. Живу я в Эстонии, в Тартусском уезде. Рисовать я любила с самого детства, но жизнь вносила свои коррективы, и, к сожалению, не было возможности заниматься творчеством. Начала я заниматься конкретно так серьезно творчеством во время пандемии. Училась, набиралась опыта на различных МК в интернете у разных преподавателей. Я еще не знаю, в каком жанре я буду работать. Мне нравится все. Я еще в поисках, я еще ищу себя. Мне нравится рисовать. Я люблю делать красоту. Вообще считаю, что красота спасет мир, и все творческие люди, как правило, это добрые люди, а доброта – это главное, что служит миру, спокойствию и уравновешенности всех людей. Желаю всем успеха в финале, чтобы их работы прошли. Я представляю картину «Весенний мостик», написана маслом в стиле Алла Прима. Эта картина сразу же продалась, как только я ее нарисовала. И сейчас я не помню даже ее размеры. Где-то, по-моему, она 50 на 70 была. Ну, что еще могу сказать? Поношу ее на ваш суд. Смотрите, оценивайте. Всем успеха! Thank you.